Вот освещение, водички. Побыли мы в храме, набрали святой воды. Я вот взяла здесь литровую баночку. Пришла домой, я испекла вот такой вот крест, крещение. Кресту вот эту просвирочку, вот такую. Вот. Я от основной банки литровой отлила вот такую вот маленькую баночку для освещения дома и самих себя. Вот такой баночки. Буду освещать именно еловой, сосновой вот такой веточкой. Но перед тем, как мне осветить и попробовать святой воды дома, я всегда читаю вот такую молитву. Святая вода. Вот она продается в храме. Такую можно взять. Если кто не смог сходить в церковь, набрать воды, это можно в домашних условиях сделать, если есть серебряная ложка. Также можно окунуть, набрать воды в том же самом кране, окунуть серебряную ложку, положить ее туда, в емкость, в баночку. И она полежит и насытится ионами серебра. Также можно сделать, вот как я шла с церкви, я сделала такую вот крышечку, взяла обычную вот такую фольгу, рулончик, оторвала кусочек вот такой фольги, вот, надела на баночку, вот так вот просто, и накрыла. И получилось вот так внутри, вот фольга. Если кто не смог набрать воды именно в церкви, дома можно в условиях таких сделать. И вода, которую вы наберете в кране, наберет ионы серебра, и будет ваша водичка освещенной. Вот. Я даже оставлю крышечку накрытую в этой баночке. Потом, если у меня останется вода, пусть она будет и насыщается еще больше ионами серебра. Святая вода есть святая вода. Она всем помогает. И дай Бог, чтобы она помогала и в дальнейшем всем людям.